Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за таксой. Высокий интеллект, озорной характер и невероятная преданность хозяину – таковы отличительные черты таксы, собаки, которая своим обаянием способна покорить кого угодно. Уход за представителями породы несложен, однако имеет ряд своих нюансов, каких сейчас расскажем. Итак, представляем вам 5 главных особенностей содержания таксы. Огромное значение для таксы имеет ранняя социализация и дрессировка. Без них во взрослом возрасте представители породы могут стать упрямыми и непослушными. Таксы – умные и хорошо дрессируемые собаки. Если хозяин сможет доказать им свой авторитет, они всегда будут его слушаться. Таксы – собаки, которые не представляют своей жизни без регулярных прогулок и физических нагрузок. Специалисты рекомендуют гулять с представителями породы несколько раз в день, минимум по полчаса. При этом важно в каждый выгул включать элементы игр и дрессировки. Не только физические, но и умственные нагрузки благоприятно влияют на психологическое состояние такс. Уход за шерстью таксы несложен. Представители породы рекомендуется расчесывать специальной щеткой несколько раз в неделю. Купать собаку следует по мере загрязнения. Кроме этого, важно регулярно водить питомца на груминг и следить за состоянием его глаз, ушей и зубов. Таксы плохо переносят низкие температуры. Представители породы стоит беречь от сквозняков и переохлаждения. На прогулку в холодную погоду этих собак обязательно нужно одевать в специальный костюм. Питание таксы должно быть сбалансированным и строго нормированным. Представители породы склонны к набору лишнего веса. Рекомендуется кормить собаку 2 раза в день. Из натуральных продуктов таксе больше всего придутся по вкусу нежирный творог, крупы и говядина. Таковы основные особенности содержания таксы. Помните о них при уходе за представителем породы. И тогда ваш питомец сможет раскрыть свои лучшие качества и прожить рядом с вами долгую и счастливую жизнь. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!